Роспотребнадзор постановил провести обязательную вакцинацию в Нижегородской области для отдельных категорий граждан. Обязательной вакцинации подлежат работники торговли, общепита, салонов красоты, транспорта, ЖКХ, театров и кинотеатров, образования. Также обязательную вакцинацию должны пройти государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов. Прививку от коронавируса необходимо сделать до 25 июля. В случае использования двухкомпонентной вакцины до 25 июля привиться первым компонентом, до 25 августа – вторым. Из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Нижегородской области ввели новые ограничения. Теперь при регистрации брака гражданам необходимо предоставить сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который получен за 3 дня до заключения брака, или результат теста на антитела. У несовершеннолетних должны быть с собой результаты экспресс-теста на антигены вируса. Также в ЗАГСе все участники церемонии должны быть в защитных масках. В зале может присутствовать не более 20 человек, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. На открытых площадках 1 человек на 10 квадратных метров, но не более 50 человек.